Позавтракали? Класс! Вот она, ребята, смотрите, это ДНК, самая огромная, 104 тысячи! Привет, друзья, вы на канале Мульти Пульти, и мы играем в игру Вармакс. Это игра по типу Слизарио, но в ней есть самое главное, свои какие-то штуки, приколюхи, прикольчики. Ну и графон, тут вообще другой, такой другой. Ну по графонистей графон, что ли? И здесь еще много бонусов, ребята. Я даже не могу сразу вам про все рассказать, потому что я сам еще не знаю. Ну, здесь самое главное есть вот бесконечное ускорение. Потом разный магнит есть. Притягивает там всякие штуки. Радиация есть. Вот если вы лопаете эту радиацию, то все, вы инфицированы. И если вы разрушитесь, или же вас кто-то захочет слопать, то все, нельзя. Вы инфицированы, вы инфекция, нельзя вас кушать. Также, что еще, ребята, тут есть? Ну, кнопка WE. Кстати, если вы несетесь на огромной скорости, такая скорость, и тут вам нужно срочно остановиться, нажимаете WE, все, вы резко останавливаетесь. Ну, очень круто. Также, если вы хотите дополнительную массу, то здесь такая иконка есть, как гиря. Все, вы сразу становитесь тяжелее, мощнее. Ну вот я зашел, я играю, вот это я все как бы знаю. Так, чуть-чуть, тут полчасика покатал, посмотрел, что тут и как. Итак, ребята, я был на 500-м месте, сейчас в мульти-пульти 48-й. Я играю осторожно, сразу вас предупреждаю. Еще пока тут так ориентируюсь, смотрю, как, что здесь. Вот так ускорение. Посмотрю, как другие играют. Игра, в принципе, отличная. Ага, вот смотрите, ДНК самый огромный. 84 тысячи. Вот это да. 84 тысячи, а у меня даже двух нету, представляете? Да сколько человек? Сколько он съел вот этих вармаксиков? Да, графончиков от маленьких до больших. Ну ладненько, так, опа, в меня врезался. Так, покушаем. Так-так-так-так. Неплохо. Единственное, вот я, если бы играл, может быть, с планшета, было бы чуть-чуть получше. А вот так вот стрелочкой водить нашего графончика чуть-чуть не с руки, я вам скажу. Так. А так, в принципе, ну, симпатичная игрушка. Опа. Один. Уничтожили его. Даже не могу представить, как этот человек, вот этот ДНК, как он мог набрать 85 тысяч. 85! Это просто нереально. Так, ребята, ну давайте поищем его, где он там есть, этот огромный. Огромный ДНК. Ну или следующий опорор, опорорчик. Вот, смотрите, ребята, вот какая-то штучка. Вот я как раз вот, о чем я вам говорил, разные прикольчики есть. Вот эта штука, не знаю, что это такое. Пока не знаю. Кстати, функция WE, мгновенное ускорение, я тоже пока не пользовался. Мгновенной остановки. Когда ты съедаешь вот эту инфекцию, радиацию, то ты начинаешь светиться. Вообще очень прикольно. Такий яркий неоновый цвет. Свет. И цвет, и свет, ребята, да. Так, едем, едем, едем. Так, я в центре. Так, ну вот, смотрите, один такой большой, но не очень большой. Фрукт. Графон. Катать здесь, я так понимаю, если спокойно вот так вот есть, потихонечку, то можно вырасти до нереальных размеров. Да очень нереальных, да огромнейших-преогромнейших. Ну, если не нападать ни на кого, так спокойно, да. Вот смотрите, как носится, так и хочет
перед моей мордой вытворить свою какую-то штуку, чтобы я врезался в него. Опа, вот, ребят, о чем я и говорил. Маленький прикольчик, который я только что слопал. Так. Столько здесь всяких разных маленьких таких. Так, я уже какой? Ребята, я на 24-м месте. О, вот это да! Можно сказать, я первый раз играю. И 25-е место. В десятку вряд ли я попаду. Это нереально, но для первого раза, скажем так, неплохо. Так, ладно. Я вам говорю, я пока ни на кого не нападаю, я просто смотрю, как посторонний наблюдатель. Смотрите, у ДНК уже 97 тысяч. 97. Очень круто. Вот эта маленькая штучка, опа, вот, ребята, еще смотрите, магнитик. Мне просто интересно, что он притягивает. Я как бы знаю, что есть эти приколы, но что они конкретно делают, пока для меня маленькая загадка, не могу вам сказать. Так, вон еще один огромадина какой. Попробую еще вырасти, ребят, 32, я на 32 месте. Но тоже неплохо. Ух, вот это да. Это здоровый какой, смотрите. Вот это да. Раза в 4 больше, чем я. Может, даже в 5. Да, я не маленький. Но вон, посмотрите. Вот это да. Ой-ой-ой. Это было опасно. На грани, ребята, совсем. Я чуть в него не впилялся. Да что он хочет? Нет, все-таки, да, видно, что он играет давно. Так, ребята, я перешел в третью лигу. Как он меня протаранил. Молодец. Давайте попробуем еще разочек вырасти. Вот, смотрите, ребята, 479 место. 500, можно сказать. Да, ну, будем расти. Совершенству нет предела. Будем расти. Опа. Да. Только сказал. Ладно. Поехали. Желтый цвет. Не очень. Ну, ничего. Поиграем с желтеньким. О, светящийся графон съел иллюминацию, радиацию. Вот это носится, друг. Ха, прикольно. Так, растем, растем. Где тут много пищи, ребята, надо перемещаться, где все основные игроки. Огромные, там они. Опа, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть, вот оно, ребята, смотрите. Светяшка. Классно, мне нравится. И все, теперь я ядовитый. Меня есть нельзя. Даже если кто захочет. Сразу, я так понимаю, бык-бык и все. Прикольно, так, дальше едем, едем. Так, где там вся панда? О, вот они, ох ты. Крутятся. Ох ты, волк, так, вот, давайте перекусим. Ну, да что? Вот она меня лопнула. Это кошка была или кто это был? Продолжаем. Дайте хоть вырасти чуть-чуть. Так хочется, но чуть-чуть вырасти. Хотя бы до двадцатку. Двадцатку войти. Такой становишься. Опа, так-так-так. Перекус. Так-так-так-так. Кого-то уже кто-то шмякнул. Так, опа, 163-я, я все равно пока маленький. Вот они все главные игроки, ребят, смотрите какие. Да что ты будешь делать, ну откуда ты взялся? Главное, маленький такой под руку подвернулся. О, зеленый цвет красивый. Вот это да, ребята, смотрите. Это что такое было?
Вот это да! Это что это такое? Вот это он, наверное, это ДНК! Вот она! Вот это голова! Ребята, я, конечно, в шоке. Вот я представлял его, но не таким огромным. Так, Гиря, я теперь тоже стал чуть-чуть тяжелее. Вот, кстати, вот лопнул только что радиационный... Вот этот, как его, графончик, все. Его есть нельзя. Но вот это был ДНК, ребята, у которого 100 тысяч. Вот это гигант. Опа, отлично, я его протаранил. Круто, вот это гигант. Вот таким бы стать. Вот это было бы жесть. Опа, 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 опа. Нет, не успел. Ну ничего. Так, я уже 47-й. Ты смотри, какой хитрый. Ох ты какой, хотел меня в кружочек захватить. Да не, вон он, смотрите. Вот она или он, ДНК. Походу, это девочка, ребята. Там морда, о, вот она, 100% кошка. Какая же она огромная, вау. Смотрите, я с ней на уровне еду. Вот это да! Огроменная! Крутяк, она, мне кажется, занимает все поле вот этого Вармакса. Ну просто... Так, магнит. Магнит. Мне интересно, я так до сих пор и не понял, что он там магнитит, этот магнит. Ну что-то он магнитит. Срок действия его быстро заканчивается, но для чего-то он нужен. Может, сами вот эти штучки, которыми мы питаемся, вот эти кругляшки, он больше примагничивает. Так. О, вот она, вот она. Ух, громадина какая. Так, позавтракаем. Так, я потихоньку начинаю ориентироваться в этой игре. Теперь бы еще научиться, ребята, надо подрасти, захватывать всех. Круг, как говорится, начать охоту. Ну, не все сразу, я так думаю. Это первый раз. Так, какой я уже? 41-й. Что я считаю, тоже отлично. Опа, кто-то впилялся в ДНК. Да, вот она, ох, какая. Так, тихо-тихо, малыш, ты что? Опа! Ух, какой он быстрый, этот малыш! Остановился, ждет. Так. Прикольно. Кружим, кружим, кружим. Захват. Так. А как только отделяешься в другую сторону, ну, скажем так, от центра, там нет никого. Все основные игроки находятся возле самого главного. Вот она, и рядом все с ней. Доедают остатки пищи. Тридцатый, ребята, смотрите, я уже вообще не маленький. Такой зеленый. Опа, 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 опа. Ну, ребят, я пока не атакую. Не обессудьте. Пока просто. Опа, вот она. Громадина какая. Какая же она большая. 103 тысячи уже. 103. А я зашел, у нее было 80. Да, это, конечно же, жестоко. Кстати, ребята, если вам нравится игра Warmax, поставьте палец вверх. Опа-опа, врезался в меня. Прикольно. Поставьте палец вверх и подпишитесь на канал Мультипульти. Если будет желание, я поиграю еще в эту игру, если вы напишите в комментариях, что нам понравилось.
Может быть, тоже попытаемся вырасти до нереальных размеров? Спокойно, монотонно. Станем гигантами. Опа. Так-так-так, поворачиваем. 29-е. Ну, я считаю, ребята, это рекорд. 29-й для первого раза. Это просто здорово. Главное, сейчас не лопну. Опа, вот она нарисовалась. Конечно, да. В раза 4 она меня длиннее. Даже 5, наверное. Класс. Ладно, ребятушки. Опа! Вот и все. Буду заканчивать. Вы были на канале Мультипульти. Подписывайтесь, ставьте лайки. И все такое. Вас ждет продолжение. Если захотите. Все, всем пока.